Бог для Ионы подослал червя. Подгрыз он корешок, и тень исчезла. Утеху нашу выкрасть норовят, и зубы у червей похлеще лезвий. Надежда наша только Бог один, в единстве с Ним уверенность к победе. Своим законом нас огородил, с Ним в нищете не почитаюсь бедным. Бог Иегова, Бог Эммануил, и Бога Духа Богом исповедал. Он чашу скорби доверху налил, и Он же путь наш умягчает в бедах. Но по-другому с нами невозможно не разговаривать и высказать, что нужно. Бог мнет и размягчает волдырями кожу, и из огня да в полымя все туже. Иону Бог вначале размочил, водой соленой непокорность смыла, пропаренный в желудке у кита молчит, припорошил свидетельство он пылью. Не будь Ниневии, погрязшей в идиотстве, мы про Иону ничего б не знали. И на кита Христос не смог ссылаться после. Здесь удочкой на нас заброс был дальний. Еврей Иона, может, поперхнулся от мысли, что идти к язычникам ему. Билет на фарсис, помолясь на сон, разулся. На благовестие будься. За что такой хомут? Урок не пройден. Сонную тетерю Бог Иегова познакомил с бурей. В свою вину послушник, а слушник сей поверил, чтоб по-монашески не маялись мы дурью. И с головой опутанной тиной склонился ниже чрева до небес. По образу сему Господь в гробу остынет. Иона выплюнут, Иисус Христос воскрес. 26 октября 2007 года.